Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу показать вам свои покупки по второму каталогу Faberlic. В первую очередь хочу вам напомнить, что ссылочка для регистрации в компанию Faberlic, если вы хотите стать консультантом или вы хотите стать привилегированным покупателем, чтобы покупать продукцию Faberlic со скидкой на сайте, ссылочка находится под видео в описании, под всеми моими видео есть эта ссылка. Если вы по ней пройдете, зарегистрируетесь, то вы попадаете в мою структуру. Я становлюсь автоматически вашим наставником. Буду всячески вас поддерживать, помогать и все такое. Вот, стать консультантом Faberlic может любой гражданин не только Российской Федерации, но и других стран, старше 14 лет. Вот, паспортные данные не требуются, регистрация очень простая и легкая. Вот, ну, на этом вступительная часть закончена. Заказ довольно-таки у меня крупный опять получился, поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь кофе, чайком, чем-нибудь вкусненьким, и приступим к обзору. Для начала покажу вам то, что я дозаказала по первому каталогу. Это тут у меня не очень много. Заказала я опять вот такие вот две подушки из гречневой лузги. Вот такая вот подушка. Почему ее показываю в этом обзоре? Потому что первую свою подушку я когда купила в 17-й, по-моему, компании, я вам сказала, что она шуршит, что наволочка вроде как не очень удобная. На самом деле, как только я на нее легла, попробовала, все, мы с ней подружились. Сплю теперь замечательно. Что здесь написано вот в показаниях к этой подушке, да, что она дает ортопедический эффект, эффект микромассажа, вот для лица, эффект тонирования, гипоаллергенная, гигиеничная, воздухопроницаемая, микромассаж и ароматерапия. Действительно, очень приятно пахнет гречей, если вы любите гречу, как люблю ее я, то эта подушка вам полюбится и понравится. Артикул этой подушечки 11300, размер 40 на 60. Вес 2 килограмма 300 грамм. Она такая тяжелая, увесистая. Здесь есть вот такая вот ручка в пакете. Очень удобно, например, подарить такую подушку будет вашим родным и близким, например, вот родителям или, не знаю, там бабушкам, да и друзьям, подругам тоже, потому что вещь на самом деле замечательная. Главное ее распробовать. Вот, если вы любите жесткие подушки, то она вам подойдет точно. Наполнена она, есть на чехле молния, можно вытряхивать вот эту лузгу куда-то и стирать чехольчик, вот наволочку. Там только лузга, больше ничего никаких, вот нет дополнительных содержимого никакого, только лузга. Вот, подушка очень классная. Вот, дальше по первому каталогу также я опять по акции прихватила вот такие вот маски из серии «Эксперт». На этот раз я заказала маску антиакне с маслом чайного дерева. Артикул 1084. Подумала, что все-таки может она мне пригодится на случай, когда какие-то воспаления бывают, да, на лице. Потому что, как я уже говорила, эти маски «Эксперт» – это альтернатива салонного ухода за кожей лица. То есть вам не нужно переплачивать бешеные деньги, ехать, тратить время, вы просто можете сделать себя красивой дома с помощью вот этих вот масочек. Эта маска, она очищает кожу, снижает выделение кожного сала и успокаивает воспаленную кожу. Содержит масло чайного дерева, цинк, листья ивы и ментол. Я думаю, что она мне понравится. И также еще заказала увлажняющую маску, артикул 1061, с микроводорослями. Увлажняет, успокаивает кожу, восстанавливает ее эластичность и мягкость, освежает и тонизирует кожу. Показания к применению: сухая кожа, потерявшая тонус, мимические возрастные морщинки и усталый вид лица. Я подумала, что зимой все-таки помимо антивозрастной подтягивающей масочки, мне еще вот и пригодится, и увлажнение тоже не помешает. Вот, значит, о масочках все сказала. Также
Вот у меня тут такой пакетик. Заказала 4 вот такие вот мыла для кухни, устраняющие запахи. С ароматом яблока. Я очень люблю вот именно с ароматом яблока. Такое зеленое яблоко, кисленькое, очень вкусный. Приятный аромат. Здесь 300 мл. Артикул 11206. Почему так много? Во-первых, оно было по 69 рублей, по очень хорошей цене. Я купила себе, подруге, маме. В общем, всех обеспечила таким замечательным мылом. Потому что расходуется оно очень хорошо. Что мы с ним делаем? Во-первых, этим мылом очень удобно стирать тряпочки, которыми вы пользуетесь на кухне, которыми стираете со стола, там, вытираете посуду, еще что-то. Это раз. Во-первых, ваши тряпки будут служить вам долго-долго, вот, и будут всегда иметь свежий вид. Второе. Очень удобно мыть контейнеры. Допустим, если у вас был там салатик или, например, что-то, фарш вы хранили. Ну, то, что контейнеры пластиковые, они впитывают запахи очень сильно. Вы знаете об этом, да? Вот, поэтому вот это вот мыло, оно очень хорошо эти запахи как раз устраняет и очень быстро. Достаточно просто с ним помыть посуду, и все. Вот. Также замечательно вот посуду, сковородочки отмывают от жира. То есть супер. Также можно руки мыть им. И фрукты мыть, и руки не сушат, все замечательно. Поэтому просто эта палочка-выручалочка. Вот, замечательное мыло. Содержит оно поваренную соль, лимонную кислоту и еще кокосовое масло. Вот, поэтому я очень рекомендую, если вы еще не пробовали, ни разу не покупали это средство, то не пожалейте. Попробуйте хотя бы один раз, и тоже вы так же влюбитесь в него, как и я, и все мои знакомые. Дальше, также по первому каталогу еще купила свое любимое средство для интимной гигиены. Вот сколько у меня его. Это гель для интимной гигиены для чувствительной кожи. Максимально бережный уход. Артикул 8716. Вот такое вот замечательное средство. Почему так много купила? Потому что была акция. При покупке 2 продуктов со странички оно шло по сниженной стоимости. Поэтому, поскольку расход у меня постоянно этого средства идет, я им регулярно пользуюсь. Это мое любимое средство. Без него я не могу вообще никак себя не представляю. Поэтому сразу купила побольше. Вот, и теперь перейдем давайте непосредственно к заказу по второму каталогу. Итак, первое, во-первых, что мы здесь видим на обложке, мы видим вот такую вот парфюмерную воду Incognito, новинка. Новинка, вот, 799 рублей она стоит в каталоге. Я купила вот этот вот продукт, артикул 3217, это, прошу прощения, это туалетная вода для мужчин. Парфюмерная композиция разработана и изготовлена во Франции эксклюзивно для Faberlic. Вот, срок годности до 2019 года. Вот такая вот коробочка. Здесь 50 мл. Флакон, соответственно, выглядит вот так. Он такой должен быть шершавенький на ощупь. Я его не распаковываю, потому что эту водичку я приобрела супругу в подарок на День Святого Валентина, который скоро у нас будет, да, мне понравилось. Почему понравилось? Потому что содержит древесные нотки. У нас еще такого аромата не было в коллекции, поэтому я решила все-таки новиночку купить. Мне она понравилась. Итак, сейчас я вам скажу, что содержит эта водичка, какие нотки. Вступительный свежий аккорд альдегидов и цитрусов в обрамлении вкрадчивых нот артемизии, шалфея, мускатного и дикорастущих трав переходит в контрастное теплое созвучие древесных оттенков мягкой дымки ладана, дубового мха и пачули. Вот такие вот нотки. Также я приобрела новиночку третьего каталога. Вот такой вот пробничек, вот такой воды туалетной для женщин, тоже Incognito. Вот, я артикулы на все товары оставлю в описании, как обычно. Разворачивайте, смотрите, читайте. Что скажу об этой вот
туалетной воде. Она у меня не вызвала какого-то вот прямо вот, чтобы отвращения, как вот у меня бывает, да, с парфюмами, что понюхаю и голова потом трещит. Нет, у меня такого с этой водой не произошло, но любви у меня к ней или желания купить тоже не возникло. Я даже не смогу вам описать точно, чем она пахнет, но я думаю, что пахнет она чем-то сильно-сильно цветочным. Вот, и тоже уже смотрела отзывы девочек некоторых, читала, что водичка подойдет для дам более зрелого возраста. Вот. В общем, в любом случае, я вам рекомендую попробовать купить пробник для начала. Артикул пробника 3477, потому что у всех вкусы разные, вдруг она вам понравится, тогда я буду очень-очень рада этому. Так, также у нас во втором каталоге проходит вот такая вот акция, что при покупке за каждый полный 299 рублей в заказе по каталогу мы получаем вот такие вот карточки «Твой бонус». Что дают эти карточки? Эти карточки нам в следующем, в третьем каталоге дадут, смотря что мы по ним выиграем, скидочку на какие-либо продукты компании. То есть либо декоративную косметику, либо уход за волосами, уход за кожей. То есть что-нибудь вот такое, там товары для дома. Вот, поэтому очень классно, можно выиграть скидку от 40 до 70%. Вот. Я вам рекомендую тоже принять участие, потому что третий каталог у нас будет радовать новинками, очень много будет новинок, поэтому запасайтесь купончиками во втором. Итак, далее, что же я еще заказала? Заказала два вот таких вот фитолосьона, артикул 0419. Это фитолосьон из базовой линейки «Фитокислород». Он с экстрактами альпийских трав, очень хорошо подходит для жирной комбинированной кожи, вот как у меня, да, я обожаю просто вот этот вот лосьон, заказала два, и потом еще была у нас распродажа в компании, заказала еще много-много таких лосьончиков, для чего? Потому что тоже услышала, что эти две линейки, аквакислород и фитокислород, будут выходить из продажи, поэтому срок годности у него до конца 2015 года, то есть он выпущен в июне 2014, и срок годности у него 18 месяцев. Я его поставлю в шкаф, в темное место, в прохладное, и думаю, что до конца 2015 года я вот смело буду им пользоваться, потому что мне очень нравится, отлично успокаивает кожу, освежает, имеет приятный такой вот релаксирующий аромат, поэтому очищает поры прекрасно и препятствует развитию воспалений. Вот, поэтому присмотритесь, если вы любите это средство, то тоже вам рекомендую запастись им. Вот, также купила, еще у меня подходит к концу, купила такую мицеллярную воду нашу, 0,735 артикул с гиалуроновой кислотой. Вот, мицеллярная вода, она необходима нам, чтобы очищать нашу кожу от загрязнений, также ей можно прекрасно снимать макияж. Также она содержит пептидный комплекс «Пролексир», который помогает вывести из кожи токсины и предупреждает появление первых морщинок. Вот. Также она удерживает в коже влагу. Отличный тоже уход. Такой водичкой тоже регулярно в течение дня пользуюсь. Вот. Далее. Из ухода за кожей решила я приобрести вот такой вот концентрат суперувлажнения из серии «Эксперт». Это из программы увлажнения кожи «Аквакомфорт». Артикул этого средства 1064. Здесь всего 15 мл. Ну, чем я и люблю продукты от Faberlic, да, что у них, в принципе, небольшие упаковочки, и средства вы можете вот купить, попробовать, если не понравится там или не подойдет, то как бы и
Хорошо. Ну вот, ну в принципе, мне средство понравилось. Оно имеет вот здесь такая помпа-дозатор. Вот такую имеет, смотрите, аж стекает, да, немножечко. Вот. Легкую текстуру флюидную. Вот, все, я. И видите, вот прямо влага, влага, влага такая. И когда вы наносите на кожу, тоже очень приятное ощущение, так освежает. Я подумала, что все-таки даже моя и комбинированная, склонная к жирности кожа нуждается зимой в увлажнении, потому что все-таки центральное отопление и на улице холода. Но средством я этим довольна, мне понравилось, я уже специально его потестировала, прежде чем снимать обзор. И имеет приятный легкий аромат. Я смотрела обзор Натальи Петровой, где она говорила, как ей очень понравился роллинг гель из серии «Эксперты». Она сказала, что если бы все средства имели такой аромат, как роллинг гель, то она бы обязательно купила. Так вот, Наталья, если вы меня смотрите, то вот этот вот продукт, он тоже имеет такой же аромат, как мне показалось, как роллинг гель. Поэтому, я думаю, может быть, вам тоже понравится. В общем, всем, кому нравится аромат роллинг геля, присмотритесь к этому средству. Вот. Дальше. Как бонус за покупки можно было за небольшую стоимость, 59 рублей, приобрести вот такой прозрачный гель для бритья и умывания для мужчин. Артикул 0505, 75 миллилитров. Содержит ухаживающие компоненты, кислородный комплекс. Я приобрела супругу не как основной вот гель для бритья, а просто вот как НЗ про запас, чтобы было, мало ли, если у него его любимый гель закончится вот в тубе, которым он все время пользуется, то будет у нас вот такой вот небольшой гельчик. Поэтому тоже присмотритесь, по 59 рублей очень даже и неплохо. Дальше. Также акция в каталоге была на мужскую серию в преддверии 23 февраля. Вот, любые два средства по специальной цене. Я приобрела два вот таких вот шампуня «Энергия и восстановление. Уход за волосами». Он мне обошелся вот за 79 рублей при покупке двух. Но также здесь можно было выбрать и другие средства со странички, вот там пенку или еще что-то. Но я решила супругу заказать два шампуня. Это шампунь для профилактики выпадения волос. Он приостанавливает выпадение волос и укрепляет их корни. Стимулирует рост здоровых волос, восстанавливает структуру, делая волосы более прочными и упругими. Содержит экстракт дерева тик, который отлично тонизирует кожу головы и волосы. Вот, аромат приятный имеет. Вот еще не пробовали. Ну, я думаю, что, в принципе, должен быть неплохой. Ой, чуть не уронила. В общем, такая вот акция для мужчин проходит. Шампунь на нос у меня налился. Вот. В общем, шампунь показала. Дальше. Купила вот такое вот средство для чистки плит и духовок. До этого я тестировала пробники. У меня были пробники. И решила приобрести вот такую полную версию. Здесь 500 мл, артикул 11-119. Если вы еще не пробовали, то я вам тоже рекомендую это средство. У меня плита из нержавеющей стали. Вот. Достаточно просто небольшого количества этого средства налить на загрязнение, оставить на там буквально 5 минуток, просто провести тряпочкой или губочкой, чем вы моете плиту, и все, загрязнения отлично удаляются, не надо ничего скрипсти, тереть, в общем, супер средство. Вот, я вам его тоже рекомендую. Дальше. К этому же средству приобрела вот такую вот крышку Push-Pull, по-моему, если я не навру, 15 рублей она стоит, очень удобно, чтобы не развинчивать каждый раз, просто вот приподнимаете здесь отверстие, наливаете на загрязнение и опускаете. Поэтому, когда вы покупаете вот такие средства по уходу за домом, тоже рекомендую вам вот такие вот крышечки-насадочки покупать. Очень удобно. Так, дальше. Из новинок я приобрела
Вот такое вот мыло. Мыло. Новиночка. Была акция при покупке трех по специальной цене можно было приобрести. Я купила, ну вот, малина и белый шоколад, артикул 18-24. Также купила карамельное пралине. Сейчас покажу вам вот такая вот замечательная, красивая упаковочка. Малинка вообще замечательная. Еще купила лимонное Монпансье, но уже подарила, но у меня не долежало до обзора, к сожалению. Вот. Артикул у карамельного пралине у мыльца 18.33. В каждом кусочке по 65 грамм. В принципе, тоже очень выгодно. Мы знаем, что мыло у Faberlic очень хорошего качества. Из всех серий, которые представлены вот в каталоге и в продаже имеются. Все мыло очень хорошее. Можно им пользоваться прямо вот до самого маленького кусочка. То есть оно не вот разлагается так вот по мыльнице, а вот именно кусочком так до последней капельки лежит крепенькое. Поэтому отличное мыло, тоже я вам рекомендую присмотреться. Дальше купила я вот такую еще про запас салфетку для очистки стекол. Сейчас в этом каталоге идет акция. Если вы приобретаете любое средство по уходу за домом, даже можно мыло для кухни жидкое купить, то вы можете приобрести такую салфеточку за 99 рублей. Я купила для стекол артикул 11032. Если вы еще не покупали вот такие салфетки, сейчас покажу вам, как она выглядит. Она вот такая плотная салфетка из микрофибры, такая большая. Хороший у нее такой размер. Чем она замечательна? Она очищает одним движением стекла, зеркала, без разводов и царапин, и ворсинок, и прекрасно подходит для любых поверхностей. Вот, поэтому ей можно пользоваться даже без средства для очистки стекол. Просто. У меня в обиходе сейчас две. Я одну делаю влажной, протираю. Вот у меня шкаф купе зеркальный, поэтому очень много стеклянных поверхностей. Протираю, и потом второй салфеточкой чистой, такой же, просто еще раз протираю насухо, без всяких средств, просто супер. Если вы еще не пользовались, тоже советую. Дальше. Из серии Beauty Cafe также я купила долгожданные, недостающие мне, вот такие вот шарики. Вот эти шарики карамельное пралине, бурлящие, ароматные, я купила по акции. Там при покупке двух продуктов со странички по красным ценничкам шло. И я купила как бы 2 и 2, 4 шарика. Вот. А вот на этот шарик, на лимонное Монпансье, там акция не распространяется. Я купила его по обычной цене, просто вот один такой шарик. Шарики очень хорошие, большие. Такие увесистые, то есть тоже рекомендую вам, они очень ароматные. В магазинах такие вот вещи стоят в разы дороже. Артикул шарика карамельное пралине 18.36, лимонное Монпансье 18.35. Аромат вот этого шарика, да, он идет такой, как аромат лимонных леденцов, конфетками такими, карамельками пахнет. А вся серия карамельное пралине для меня имеет аромат такой именно яблочной карамели, как вот глазированное печеное яблочко, что-то вот такое вот. Не именно прямо карамель сладкая, ванильная, как мы привыкли, да, вот десерт, а именно запеченный яблочный какой-то вот такой вот десерт. Поэтому тоже вам рекомендую такие шарики, если вы такие вещи любите. Дальше. Давно хотела. Приобрела парфюмированный крем для рук «Мама». Артикул 8106. Я очень люблю кремы для рук от Faberlic. Они очень хорошие. Отлично ухаживают за кожей рук.
Этот крем содержит масло ши и какао, за счет чего бережно ухаживает за кожей рук, питает их, увлажняет. Имеет очень приятный, такой теплый аромат. Я уже в следующем каталоге появится опять пробник вот туалетной воды, парфюмерной воды «Мама». Хочу заказать, потому что я его куда-то потеряла. Почему-то я ее, когда она только появилась, не разглядела. Думаю, может быть, полюбится она мне, потому что крем очень приятно пахнет. Такой какой-то вот действительно теплотой, нежностью и заботой. Крем очень хороший. Тоже советую вам присмотреться. Он идет по хорошей цене в этом каталоге. Далее. Купила вот такой вот набор Fashion Look для маникюра с глиттерами. Артикул 7200. Он включает в себя бесцветный лак для ногтей. Вот такой вот. Тут шарик есть, что очень хорошо. Вот такой бесцветный лак, очень жидкий довольно-таки. И вот такую вот баночку с золотыми глиттерами. Очень мелкие глиттеры, как пыль. Вот буду использовать их для дизайна ногтей. То есть, допустим, вы красите ноготок и потом просто обмакиваете еще такой не совсем высохший лак вот в эту баночку с глиттерами, даете чуть подсохнуть и потом покрываете вот этим бесцветным лаком, либо своим любимым топовым покрытием. Но я, чтобы не, так сказать, портить свою сушку любимую, да, блестками, вот именно очень удобно покрывать глиттеры отдельным бесцветным лаком, для чего я, собственно, этот наборчик и приобрела, чтобы у меня был собственный, бесцветный лак. Очень-очень удобно. Ваша сушка, то есть, не будет пачкаться. Вот, теперь у меня блестки на руках, как обычно, но ничего страшного. Так, дальше. Что я еще купила? Так, опять я купила вот такую вот кучу всяких разных пробников. Купила дневной и ночной концентрированный крем для лица из серии «Гардерика». Эта линейка основана на стволовых клетках гордении. Тоже очень замечательные кремики. Я вам советую тоже присмотреться к ним. Можно заказать вот пробнички, попробовать. Артикул дневного крема 0634, ночного 0635. Дальше купила вот такие с гиалуроновой кислотой, восстанавливающий ночной крем и восстанавливающий интенсивный дневной крем. Артикул ночного 0633, артикул дневного 0632. Тоже замечательные средства. Мне вот, к сожалению, про Эликсир не подошли кремы. Поэтому вот очень хорошо, что у компании есть пробники продукции. Можно всегда у вашего консультанта попросить, вот заказать и потестировать, попробовать. Вот еще нашла одно мыльце лимонное Монпансье. Вот у меня затерялось. Вот покажу вам. Так, это артикул 1830. Вот так вот выглядит кусочек тоже. Очень нарядное мыльце. Так, дальше. Осталось уже совсем чуть-чуть, совсем немножко. Заказала я два вот таких вот блистера для пробников. Артикул 4700. А, это как раз блистеры отлично подходят для пробников Faberlic. Вот, видите, вот так вот. Раз, вставляется, и все видно. Заказала блистеры, у меня есть уже такие, но заказала в
в преддверии, в предвкушении появления новинки двух линеек серии из серии Skyline. Увлажняющая будет помада в третьем каталоге и перламутровая. Поэтому собираюсь заказывать пробники. Мне нужны будут под них вот такие блистеры. Вот. Также заказала пробник помады «Объем и роскошь» «Металлик». Очень было интересно, что это за помада такая. Пока открывала, тут поломала уже немножко, уронила еще до кучи. Ну, в общем, сейчас я вам покажу. Так, артикул пробника 45-29. Ну, вы знаете, очень даже приятная помада. Такая она нюдовая. Имеет такой вот бежевый подтон, да, и вот такой вот сильный-сильный блеск. То есть, кто любит сильно перламутровые помады, то вот, думаю, тоже стоит вам присмотреться. Вот так вот она выглядит. Вот, на самом деле с каталогом не похоже, там она вообще какая-то прямо серый металлик. Поэтому хорошо, что заказала, хоть буду знать, как она выглядит на самом деле. Вот. И еще последнее, что вам покажу. Я заказала пробники новинок, которые нас ждут в каталоге в третьем. Это будут очередные ароматы для дома. Вот такие пробнички. Будут ароматы для дома. Такие флаконы. Туалетная вода, в которую вы вставляете ротанговые палочки, за счет чего аромат поступает на палочки и распространяется потом по помещению, где вы находитесь. Итак, первый аромат называется Parfum d'Ambiance Vitalité. Это красненький флакончик будет. И второй называется Parfum d'Ambiance Tendres. Tendres. Ну, как-то так. Вот, это желтенький будет аромат. Итак, что могу сказать об этих ароматах? Который красненький, написано, что он содержит нотки красного яблока. Я его потестировала. Конечно, ожидала я от него большего. Думала, прямо такой будет сочным-сочным яблочком. Но я такого не заметила. Для меня, честно говоря, он имеет аромат какой-то вот брашки или вот забродившего сока какого-то, может быть, яблочного, да? Ну, то есть, мне как-то вот этот аромат не очень приятен. Я его не буду для себя приобретать, но зато меня покорил, как я и ожидала, вот этот второй аромат, который желтенький. Он имеет ярко выраженные ноты ванили и кокоса. Я обожаю оба вот эти вот ароматы, и кокос, и ваниль. Он имеет такой теплый, прям сладенький-сладенький такой аромат, приятный, супер замечательный. Ну вот, в третьем каталоге буду заказывать обязательно себе полную версию вот этого парфюма новинки для дома, желтенький. Вот на этом обзор мой закончен. Большое вам спасибо, что так долго посмотрели, что были со мной. Вот сейчас буду снимать для вас обзор продуктов, которые я приобрела на распродаже Faberlic. Потом вставлю ссылочку обязательно. Если интересно, заходите, смотрите. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!